Я подстрелю ее, как цыпленка. Я не мальчишка, не сентиментальный щенок. Для меня не существует слабых созданий. Матюшка родимый, сделай такую милость. Пожалей ты меня, дурака, уйди ты отсюда, напужал до смерти. Ты еще стреляться собираешься? Стреляться? Вот это и есть равноправность и эмансипация. Тут оба пола равны. Подстрелю ее из принципа. Но какова женщина? Черт вас возьми, влеплю пулю в медный лоб. Какова, а? Раскраснелась, глаза блестят, вызов приняла. Честное слово, первый раз в жизни такое вижу. Батюшка, уйди! Заставь вечно Бога молить! Эта женщина, вот это я понимаю, настоящая женщина. Не кислятина, не размазня, огонь, порох, ракеты. Даже убивать жалко. Батюшка! Уйди! Она мне положительно нравится. Уйди, положительно. Уйди. Хоть и ямочки на щеках, а уйди. Нравится. Готов даже уйди. И долг простить. Уйди. И злость прошла. Удивительная женщина. Уйди. Вот они, пистолеты. Но прежде чем будем драться, извольте показать мне, как нужно стрелять. Я... ни разу в жизни не держал в руках пистолета. Спаси, Господи, помилуй. Пойду сановника и кучера поищу. Откуда же эта напасть взялась на нашу голову? Видите ли, существует несколько сортов пистолетов. Стоять! Есть специальные револьверы Смит и Вессон тройного действия с экстрактором центрального боя. А это у вас пистолеты Мортимера. Прекрасные пистолеты. Цена таким минимум 90 рублей за пару. Держать пистолет нужно так. Глаза. Зажигательная женщина. Так? Да, так. Засим вы поднимаете курок. Вот так прицеливаетесь. Голову немножко назад. Вытяните ручку как следует. Потом вот этим пальцем надавливаете эту штучку. Ого. И больше ничего. Только главное правило не горячиться и прицеливаться не спеша. Стараться, чтобы не дрогнула рука. Хорошо. В комнатах стреляться неудобно. Пойдемте в сад. Пойдемте. Только предупреждаю, что я выстрелю в воздух. Этого еще не доставало. Почему? Потому что... это мое дело, почему? Вы струсили, да? Нет, сударь, вы не виляете. Извольте идти за мной. Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба. Вот этого лба, который я так ненавижу. Струсили. Да, струсил. Лжете. Почему вы не хотите драться? Потому что... Ну-ну-ну... Потому что... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну... Вы... мне... Ну-ну... Нравитесь. Я ему нравлюсь! Он смеет говорить мне, что я ему нравлюсь! Можете! Послушайте, вы все еще сердитесь. Я тоже чертовски взбешен, но понимаете, как бы так выразить? Дело в том, что, видите ли, такого рода история, собственно говоря. Ну да разве я виноват, что вы мне нравитесь? Вы мне нравитесь, понимаете? Я почти влюблю. Отойдите прочь, я вас ненавижу. Боже, какая женщина. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Пропал, погиб, попал в мышеловку, как мышь. Отойдите прочь, а то буду стрелять. Стреляйте. Вы не можете понять, какое счастье умереть под взглядами этих чудных глаз. Умереть от револьвера, который держит эта маленькая бархатная ручка. Я с ума сошел! Думайте и решайте сейчас, потому что если я выйду отсюда, то уж больше мы никогда не увидимся. Решайте. Я дворянин. Порядочный человек, имею 10 тысяч годового дохода, попадаю пулей в подброшенную копейку, имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой? Стрелять!
Прислониться к барьеру. Сошел с ума, ничего не понимает человек воды. К барьеру. Сошел с ума, влюбился как мальчишка, как дурак. Я люблю вас, люблю как никогда не любил. 12 женщин я бросил, 9 бросили меня. Но ни одну из них я не любил так, как вас. Ничего мне на свете не надо, я готов все отдать, полюбя. Мне осталась одна лишь отрада, баловать и лелея тебя. Я внимательно слушаю сказки, их из уст твоих жадно ловлю. Я смотрю на лазурные глазки и хочу говорить, что люблю. Я люблю тебя крепко, голубка, для меня ты дороже всего. Я люблю твои алые губки и улыбку лица твоего. Баловать и лелеять хочу я, так хочу, что сказать нет и слов. Дай хоть раз я тебя поцелую, и тогда умереть я готов. Ничего мне на свете не надо, я готов все отдать, полюбя. Мне осталась одна лишь отрада, баловать и лелеять тебя. Разлимонился, рассиропился, раскис, стою на коленях, как дурак, и предлагаю руку. Стыд, срам! 5 лет не влюблялся, дал себе за рук и вдруг втюрился, как оглобля в чужой кузов. Руку предлагаю. Да или нет? Не хотите? Не нужно. Постойте. Ну? Ничего, уходите. А впрочем, постойте. Нет. Уходите, уходите, я вас ненавижу. Или нет, не уходите. Ах, если бы вы знали, как я зла, как я зла! Отекли пальцы от этой мерзости. Ну что же вы стоите? Убирайтесь. Прощайте. Да-да, уходите, уходите. Куда же вы? Постойте. Ах, ступайте, впрочем. Ах, если бы вы знали, как я зла, как я зла. Не подходите. Не подходите! Как я на себя зол? Влюбился, как гимназист, стоял на коленях. Я люблю вас. Очень мне нужно было влюбляться в вас. Завтра он проценты платить. Сенокос начался. А тут вы. Никогда себе этого не прощу. Отойдите прочь. Прочь руки. Я вас ненавижу. К барьеру. Я смотрю на тебя, ты неловкий такой. Ты смотришь мне в очи с мольбой и тоской. Все равно, милый друг, ну останься со мной. Так и быть, черт с тобой, черт с тобой. Свидание настал, как в огне я горю. И тебе, милый мой, про любовь говорю. Ну, ласкай же.
же меня. Ну, смелее со мной, так и быть, черт с тобой, черт с тобой. Но не забудь ты меня, об одном лишь молю, ведь я в жертву тебе мою жизнь приношу. Разлюбишь меня, так махну я рукой и скажу: черт с тобой, черт с тобой. Там на конюшне, чтобы Тобе вовсе не давали овса. Ну вот и пришла финита нашей комедии. Закончилась история о том, как деньги, а может, это любовная история, и деньги тут абсолютно ни при чем. Хотя, с другой стороны, если бы не деньги. Но ведь любовь, она... В общем, если честно, мы и сами еще не решили, о чем же эта история. Так что вся надежда на вас, зрители. А мы без удовольствия, можно даже сказать с грустью, прощаемся с вами.